это салют. Четыре вещи, которые ты должен делать каждое утро, несмотря ни на что. Что, ребята, погнали. Первая вещь заключается в том, чтобы привести свой внешний вид в порядок. Пойти умыться, побриться, почистить зубы. Это вторая вещь, что необходимо сделать с утра после того, как привели себя в порядок. Это выпить стакан воды. Далеко не секрет, что такой утренний коктейль, как вода с лимоном, помогает нормализовать работу почек, выводит токсины из организма. Не буду много и долго нудно рассказывать, для чего это, просто нужно это делать. Третья вещь, что это у нас? У нас это, конечно же, зарядка. И четвертая вещь, наверное, самая основная, это завтрак. Завтрак не должен быть плотным, он должен быть легеньким. Но все-таки, как нужно вообще завтракать, чтобы наш организм получил максимум пользы, чтобы дать нашему организму целый заряд бодрости и сил на весь день. Утренний прием пищи должен быть сбалансированным, содержать белки, углеводы, жиры. Например, хорошо подходят продукты для завтрака – это жирное мясо, творог, яйца, рыба и, конечно, протеин, овощи, фрукты, орехи, сметана. В общем, ребята, это 4 простых правила, 4 простые вещи, которые тебе нужно делать. Делай их каждый день, и ты увидишь, как изменится твой организм. Делай это каждый день. Пока!